Друзья, всем привет! Вы сейчас находитесь на моем канале. Меня зовут Олег Радочин, и я в этом видео хочу вам рассказать о важности текстов, почему именно тексты важны, почему важна практика в написании текстов, и почему роль продающих текстов имеет ключевую роль именно в интернет-маркетинге. Да? Смотрите, друзья, когда ваш бизнес переходит в интернет, роль продающего текста, текстов вашей письменной коммуникации, вашего письменного контента играет первостепенную роль, потому что на начальном этапе у вас нет возможности как бы коммуницировать с вашей аудиторией в режиме диалога. Конечно же, можно создавать видеоконтент, и это играет ключевую тоже роль. Но мы сейчас говорим о том, что на начальном этапе такой возможности нету, и поэтому роль продающего текста является настолько актуальной, что я просто хотел бы обратить ваше внимание именно на это. Смотрите, друзья, и от грамотного написанного вами текста, от вашего копирайтинга зависит очень многое. Да? Это зависит от того, будет ли ваш оффер понятен. Ну, оффер – это рекламное предложение. Будет ли вообще смысл понятен, и будет ли интересный или вовлекающий текст, который бы хотелось бы прочитать, а не просто попалось и закрыть его, да? Потому что если у вас плохой, не продающий текст, и когда люди сталкиваются с таким текстом, они, как правило, уходят от этой публикации, больше к вам не возвращаются. И неважно, какая у вас там картинка, может быть, там какой-то короткий видеоролик, и вы, может быть, классную туда музычку накладываете, да? Все это не принесет вам какого-либо результата, если вы не умеете правильно писать продающие тексты. И именно сегодня мы об этом с вами и поговорим. Сейчас у нас на платформе как раз загружен один из продуктов, а именно марафон по контенту, марафон по копирайтингу. И поэтому, друзья мои, сейчас я включу вам видео, в котором, то есть, ведущий марафона вам подробно расскажет, для кого этот марафон и почему его полезно будет пройти. Также я хочу сказать, что внизу под видео будет ссылочка на этот марафон, и у вас будет доступ пройти бесплатно три урока этого марафона. Ну, чтобы посмотреть, нужен ли вам этот марафон и какую пользу именно вам принесет. Я со своей стороны хочу сказать, что этот марафон вообще обалденный, потому что я уже неоднократно говорил, что я потратил на свое образование более 200 тысяч за последние полтора года. И хочу сказать, что этот навык является ключевым, если вы хотите достигать именно результат в интернете. Поэтому, друзья, смотрим внимательно, о чем, для кого этот марафон и кому он будет полезен. Всем привет! Это марафон «Просто пиши» от проекта «Просто гейм». Я Дмитрий Викторов, автор и ведущий этого марафона. Марафон «Просто пиши» для тех людей, которые понимают важность развития личного бренда, понимают важность развития страниц в соцсетях, таких как Instagram, Facebook, ВКонтакте. И для тех людей, которые все это понимают, но им нужен такой, знаете, волшебный пендель, мотивация, дисциплина, обучение, а также знание о том, что же там делать и как. Ваши страницы могут стать воронкой, воронкой принятия решений, воронкой поиска партнеров или поиска клиентов. Воронка выглядит следующим образом. Люди заходят на ваш профиль, заходят, допустим, найдя вашу статью или пост, или историю, или вы настроили рекламу, например, на свой аккаунт. Они заходят, читают, если видят то, что им нравится, они подписываются, потом они читают, вовлекаются с течением времени, пропитываются и потом принимают решение, которое выгодно вам. Помимо этого, вы будете оказывать полезное влияние на свое окружение. И это такой побочный эффект. Мы будем развивать
такие причины, по которым люди будут вас подписываться, это что они захотят за вами следить и будут ожидать нового контента. Конечно, это навык, которому следует учиться. С течением времени вы научитесь. Сначала будете просто писать, хотя бы просто какой-то пост. Потом вы сможете писать более-менее интересные посты, потом более-менее полезные, да, а потом более-менее, которые будут создавать как раз-таки вот эти четыре круга замыкать, которые будут создавать доверие к вашей личности, доверие к профессионализму, формировать, отрабатывать возражения и страхи и формировать выгодное нужное предложение и желание «хочу». Собственно, всем этим будем заниматься на марафоне. 14 дней, 14 видеоуроков, 6 видеоконференц-связей с мозговыми штурмами друг с другом, с участниками. И чуть-чуть про себя расскажу. У меня есть опыт с 2012 года как маркетолога, как руководителя, как предпринимателя. И каждый раз, то есть я работал с тренерами, бизнес-тренерами, я соучредитель нескольких образовательных проектов, например, школы английского языка Don't Speak, в которой учатся более 600 студентов одновременно. И я работаю с партнерами и заметил, что в тех проектах, где первое лицо занимается контентом, пишет статьи, посты, развивает свои страницы в соцсетях, там идут дела гораздо лучше, чем в тех проектах, в которых этого нет. И я сам писал посты, писал рассылки на 100 тысяч подписчиков, на 10 подписчиков, на 10 тысяч, на 30 тысяч в разных проектах. И потом, конечно, понял, что мне нужно развивать также и свой аккаунт. Рекламный бюджет в управлении в моем за год – это 16 миллионов рублей на таких площадках, как Facebook, Instagram и ВКонтакте. И оборот проектов, которые находятся в моем управлении, это более 75 миллионов рублей. И за плечами мероприятия, крупные мероприятия, конференции, семинары, курсы, которые эти люди собраны благодаря профессионализму в маркетинге моей и моей команды. В прошлом году я принял решение тоже развивать свои личные аккаунты в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. И на этом уже съел, можно сказать, собаку. Я уже провел несколько обучений, марафонов, которые помогают писать полезные, интересные статьи. Проводил также живые семинары, конференции и научился достигать высоких показателей вовлечения аудитории, воздействия постов, статей. Косвенные плюсы от того, что вы будете участвовать в марафоне, научитесь, создадите достаточно большое количество постов, это то, что люди будут вас благодарить, писать плюсы. Марафон контента, марафон просто пиши, это проверенная технология, которая дает результат. Какой результат дает? Легче начинаете писать, меньше тратите времени на написание статей, навык написания статей. Вы повысите активность в своих соцсетях, профилях, и увеличите количество подписчиков прямо уже в марафоне. И также поймете, ваше это или нет, потому что есть люди, которые могут быть публичными, есть люди, которые нет, но сейчас вам это не понять, пока вы не поучаствуете. Понимаю, что у многих есть страх критики, страх публичности, и как раз с этим страхом мы будем бороться, потому что это необходимо на текущий момент заниматься соцсетями. А марафон просто пиши, это будет хороший повод для вас трансформировать свое отношение к публичности и критике. Приглашаю вас и жду на марафоне просто пиши. Увидимся в уроках и в разборах. Итак, друзья, чтобы попасть на марафон контента, марафон просто пиши, марафон по копирайтингу, у меня для вас специальное предложение. Вы можете прямо сейчас перейти по ссылочке, которую я оставил внизу под этим видео, и проделать безоплатную регистрацию, и вам будет доступно 3 дня этого марафона. То, что вам нужно сделать, это перейти по ссылочке. Откроется вот такой вот сайт. Если вы еще не зарегистрированы, нажмете либо здесь «Регистрация», либо в самом низу.
вот здесь в самом низу, когда будете пролистывать этот сайт, в самом низу будет форма для регистрации. Здесь нужно будет ввести ваше имя, вашу электронную почту и номер телефона и нажать кнопку «Зарегистрироваться». После этого вас перебросит в ваш личный кабинет, но вам обязательно нужно будет проверить вашу электронную почту, чтобы подтвердить регистрацию. Это будет нужно, вдруг потеряются данные для входа, вы всегда можете восстановить, потом будете пароль от личного кабинета. Итак, друзья, те, кто зарегистрирован, уже зарегистрирован, вы также можете зайти, нажмите кнопочку «Вход», да? Я зарегистрирован, уже авторизирован на этом сайте, поэтому меня сразу перебрасывает. Кстати, сайт адаптирован под мобильную версию, поэтому вы можете легко заходить со своего смартфона. Вот нажимаете на кнопочку «Марафоны», вот под бизнес-навигатором «Марафон». И нажимаете вот этот, у вас будет доступ к одному из марафонов «Личностный рост». И нажимаете на «Начать курс», вот «Марафон контента». Нажимаете «Начать». Так. И у вас открывается приветствие. Посмотрите приветствие. И будут три урока доступны. Урок номер один – «Борьба со страхами». Урок номер два – «Выбор темы». То есть каждый день выполняйте по одному уроку. Там делайте домашнее задание, отсылайте на проверку. Потом переходите к уроку номер 2, делаете задание, отсылаете на проверку, и потом переходите к уроку номер 3. То есть три урока вам будет доступно бесплатно для всех тех, кто перешли по моей ссылочке. Это такой подарочек для вас. Потом вы примете уже окончательное решение, нужен ли вам этот марафон, либо не нужен. Со своей стороны я его настоятельно рекомендую, если вы хотите развиваться в интернете, потому что без умения писать тексты, ну, не будет, вы не будете достигать результатов в любом бизнесе, который будете продвигать через интернет. В конце концов, этот навык можно монетизировать не только в качестве своего бизнеса, а также предлагать свои услуги по копирайтингу, потому что этот навык очень востребованный, можно вести странички в соцсетях другим людям. Я знаю, это очень востребовано, и многие предприниматели ищут людей, которые бы занимались их соцсетями. Поэтому можно уже хорошие денежки зарабатывать. Ну, как минимум это $50, а то и $100 за каждого клиента. А можно одновременно вести 3-4 клиента. Поэтому 3-4 клиента, то есть по $100, это $400, только вот можно монетизировать такой навык. Вот так вот, друзья, поэтому переходите прямо сейчас по ссылочке, которая будет под этим видео, регистрируйтесь и начинайте проходить марафон по контенту. Еще один бонус для вас, друзья, те, кто оплатит ну, этот марафон, для вас будет бонусом бесплатно доступ к марафону по таргетированной рекламе Facebook и Instagram. Все, друзья, надеюсь, видео вам было полезным. Если было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии, понравилось, не понравилось, что вы думаете о теме копирайтинга, вообще об этом марафоне. Терпеть больше нельзя. Время выводить соцсети в топ. Марафон контента от Простогейм. 14 дней, которые выведут твой контент на новый уровень. Нет идей? Боишься критики? Твои посты не читают? Мы это изменим. 14 дней, 14 уроков, 14 заданий и 6 разборов. Тысячи заряженных участников. Активный чат для любых вопросов. Помощь и рекомендации от настоящих профессионалов. И окружение, которое сделает тебя сильнее. Фух. Будет жарко. Заходи и пристегни ремень. Марафон контента от Простогейм.